Всем привет! Сегодня 28 октября. Это значит, что сегодня мы узнаем, кто же стал обладателем вот этого красавца. Подводим сегодня итоги октябрьского розыгрыша. Условия я говорила уже вам в видео с морковным тортом. И там же я делала такой мини-обзор на этого помощника номер один на кухне. Не будем вас долго томить, приступим наконец-таки к определению победителя. Так, можем приступать. Копируем ссылку, вставляем нашу программу. 2 с лишним тысячи комментариев было оставлено под этим видео. И я так подозреваю, сейчас будет очень долго грузиться. Угу. Так, еще чуть-чуть, и мы, возможно, узнаем победителя. Если все условия будут выполнены, я очень надеюсь на это. В каждом видео я вам говорю, выполняйте, пожалуйста, все условия. Так, Мария Шибалина ВКонтакте оставила ссылку, проверяем. Ну да, ссылка оставлена на наше видео. Да, это наше видео, морковный торт, розыгрыш. Теперь проверяем подписки. Все как обычно, в принципе. Так, что-то... Нет, подписок нету. Очень жаль. Заново. Ирина Хадыкина. Так, сначала сразу проверю подписки. О, вот он, наш слоник. Дальше проверяем комментарий. Был ли один комментарий оставлен? Так. Вставляем. Где он? Сейчас. О, вот. Комментарий действительно был оставлен один. И нам остается лишь проверить ссылки. Репост. Так, ВКонтакте опять же. Вот. Ой, Ирина выполнила все условия. Даже вот ссылку на миксер оставила. Все правильно. Я вас от всей души поздравляю. Откуда у нас Ирина? Посмотрим. О, из Караганды. Первый раз у нас участник не из России, то есть победитель не из России. Я вас от всей души поздравляю. Вот и завершился октябрьский розыгрыш. Мы определили победителя. Это Ирина из города Караганда. Мне очень приятно, то, что победительница из Казахстана, так как я сама родилась в Казахстане. И в ближайшее время, Ирина, мы с вами свяжемся для уточнения условий доставки. Я надеюсь, что к моим поздравлениям присоединятся все участники розыгрыша. И в скором времени Ирина будет радовать всех не только замечательными украшениями ручной работы, но и домашней выпечкой. Те, кому не повезло в этот раз, не расстраивайтесь. Следующий ноябрьский розыгрыш уже не за горами. И я вам скажу, что он порадует очень многих, так как победителей будет 20 раз больше. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго!